Привет. Я тут хочу поднять, затронуть одну тему. В последнее время все чаще замечаю, что малолетки стали строить из себя ярых защитников ЛГБТ-сообщества, воображая из себя голубых и розовых. Да, конечно. По исследованиям ученых, ориентация человека зарождается в нем до 6 лет. А дальше уже ты ее принимаешь. Но вот жопа моя чует, что половина, да какая, блядь, половина, большая часть из тех, кто считает себя хоть на каплю связанным с ЛГБТ-сообществом, еще не достигла возраста 14 лет, дабы осознавать этот выбор. Я не ругаюсь. И не говорю, что необходимо быть гомофобом и сжигать геев. Нет. У меня вот, к примеру, есть девушка. Она самая прекрасная, чудесная. Я безумно счастлив быть с ней рядом. Но мне уже 18 лет. И я достаточно осознанно подходил к этому выбору. Меня бесит, что все стали возводить радужные флаги в некий культ. Считая, что если все так делают, то и я должен. Мол, чем я хуже? Вы не понимаете. Это всего лишь показушничество, что ли. Это промывка вашего мозга. Ребят, алло. Знаете, у меня есть причина, чтобы не любить мужчин. А вот у тебя, маленькая девочка, что прямо сейчас смотрит это видео. У тебя есть на то причины? Может быть, и есть. Но не думаю, что ты осознаешь их. Я не думаю, что тебя пытался изнасиловать собственный одноклассник. Или спивал отчим. Я не думаю, что твой родной дядя пытался заколоть тебя топором. Так что очнись. И наконец-то посмотри на мир не через розовые очки. Посмотри в конце концов на этот мир глазами здравомыслящего человека, имеющего свое мнение. Да не иди за всеми, а. Ну, поиграешь ты в это немного, забросишь. А что дальше? Из-за таких, как ты, нас, блять, или не готовы убивать. Будь умнее, пожалуйста. Да и вы в целом, люди, будьте терпимее друг к другу. Любите тех, кто вас окружает. Конец.